Всем привет! У нас сегодня 15 июля. Вот такая погода. Гудят паровозы, потому что мы живем на станции. Вот, я хочу показать последствия вчерашней грозы. Вчера, видимо, уже было поздно, я не пошла просто смотреть, и под дождем ходить как-то не хочется. Вот, в общем, вот так повалило мои цветы, которые мы не привязали. И у нас сломало виноградник. Виноградник сломало от ветра, видимо, от тяжести. Вот так у нас лежит... Ой, как бы не свалиться. Вот так у нас лежит виноградник. Я вчера поздно легла и стала сегодня в 11 часов. Сейчас у нас 12 часов дня. Вот, и, в общем, вышла. Сын говорит, мама, там виноград упал, и кукуруза вся валяется. Вот, я собрала, значит, огурчики вот немножко. Хочу закрыть баллончик, замариновать. Вот у меня следующие огурчики так растут. И вот так вот у меня валяется вся кукуруза. Я сыну говорю, что делать. Может быть, поставить колышки, подвязать колышком. Он говорит, пока ничего не трогай. Ну, в общем, сидим, ждем. Вот, не знаю, мне кажется, она не поднимется. Вот так вот валяется наша кукуруза. Хочу еще собрать патиссончики. Я смотрю, у меня там... Здесь такой интересный полосатый патиссончик у меня есть. Хотела тоже показать. Ой, вот такой патиссончик полосатенький. Вот. И здесь у меня вот так вот патиссончики. Вот. Уже они большенькие становятся. Вот хочу собрать. Собрать тоже баночку, замариновать. Морковочка вот так ложится. Вот дождь был. А в Карабах, я смотрю, земля сухая. Здесь вот мокрая земля, а в Карабах сухая. Я сейчас... Так, вот эти еще помидорки хотела. Вот эти помидорки, 7 штук, я, в общем, их сделала из пасынков. Я оторвала большие пасынки, поставила воду. Они дали корни, и вот я их посадила. И вот уже они у меня цветут. Вот такие манюсенькие уже цветут. Вот эти 7 штук у меня помидорки от пасынков. Вот. Ну, космея вот так. Цветы мои. Я хочу показать картошечку. Я вчера в интернете... Это я. Я вчера в интернете смотрела, одна женщина выкопала картошку молодую. Я посмотрела, когда она ее сажала. Она ее сажала 12 мая. Я картошку сажала 9 мая. Думаю, мне тоже надо копнуть, может быть, что-то. А то мы покупаем молодую картошечку. Вот я, в общем, сейчас выкопала кустик. Вот он. И, в общем, вот с этого кустика у меня вот столько картошечки. А земля, смотрите, вот сухая-сухая. Вот, был дождь. Земля сухая. Вот. Правда, я не знаю, вот что-то здесь на ней такое. То ли это кто-то ест, то ли что. В общем, не знаю. Ну вот, вот столько картошечки с этого куста. Вот. В общем, на супчик хватит. Вот. Ну, а так вроде у нас все нормально стоит. Вот так вот у нас грозы. И надо собирать малину. Вот у меня здесь малина, вон она красная. Здесь морковочка, но плохо растет, потому что мало поливается. Здесь тоже все заросло, но мы тут на зелень посадили. Я рву вместе с травой, мы на зелень кушаем. И вот столько у меня малины. Там за кустами тоже малина. Вот. Я думала, будет дождь, и все, вся малина осыпется. Но нет, вот она стоит. Ну, посмотрю, если на заморозку не пойдет, я ее это... Сварю варенье. На варенье пущу. Вот такие вот у нас дела. Вот про эту сосну я говорила.
А, я не говорила, я кому-то писала в комментариях, что вот у нас тоже стоит сосна вот эта большая, и я боюсь, что она вот так же от ветра может упасть и, в общем, натворить делов. Даже может, если достанет до теплицы, может сломать теплицу. Ой, ну ладно, всем пока-пока. Вот такие вот у нас последствия после грозы. Вот ласточки летают низко. Наверное, тоже будет опять что-то. Ой, ну ладно, всем пока-пока.